Всем привет, с вами Ростиксон, и сейчас вам расскажу об очень важной тулзе для тех, кто торгует щиткоинами, монетами или только собирается. Также вы сможете получить и airdrop за это, и много чего еще. И самое главное, увеличить свой винрейт в своих сделках. А сейчас вам покажу, как именно, да? Мы заходим на BullX. Сразу видим, что у меня тут есть бабки, 86 долларов. Вот это да, вот это я богач. И давайте начнем с киллер фичи BullX. Первое, это быстрые покупки. Гораздо быстрее, чем на радиуме, и гораздо удобнее. Не знаю, на радиуме, ну это просто какой-то рофл. Покупать на дексах на Словане, такой-то прошлый век. Я уже начал к этому примыкать. Ну смотрите, насколько тут удобно. Вы просто берете, вот так вот, покупаете. Например, за газ вы платите всего лишь 20 центов. То есть, за газ вы платите всего лишь 20 центов. Очень мало, да? Вы можете тут поиграться с этими настройками. Там можно и 2 доллара платить, можно и 20. Да, с этим вы разберетесь сами. Мне главное вам... Кстати, ссылочка на BullX будет в описании. Если вы заигритесь по этой реферальной ссылке, мне будет бонус, я буду благодарен. А я готов всегда вам ответить на какие-то вопросы, которые сможете дать в чате. Но давайте перейдем к самому важному. Вот прям к лучшей фиче. Это лимитные ордера. На дексах? Вот это прям... То есть, смотрите, что мы можем делать. Мы можем покупать по лимитным ордерам и продавать. Что значит? То есть, я могу поставить то, что я куплю по лимитке, допустим, вот по такой капитализации, по 230 тысяч долларов. То есть, типа, вот когда упадет на 230 долларов капитализация, то есть два раза я куплю. И также продать по лимитке, по вот такой, например, капитализации. И это прямо вот тут, вот видите, на графике удобно все выглядит. То есть еще тут в BullX много функций там по капе, по еще всяким темам. Но вот эти, знаете, все основные киллер-фичи, по которым вы должны понять, да, туда мне надо, да, туда я пойду. Да, это очень важно. То есть у многих, наверное, бывало то, что вы идете спать, и, допустим, монетка улетает в 2 икса каких-нибудь, вы просыпаетесь, она уже упала, или там... А вы прям знаете, что, ну, вы хотите ее продать на 2 икса. Но сложно быть всегда в рынке. А BullX позволяет продать в 2 икса. То есть поставить ордер, как вы видите, у меня лимитный ордер на вар стоит при цене... При цене там сколько-то... Я не шарю. Ну, короче, там 700 тысяч долларов капитализация. То есть это очень... Очень полезная функция, благодаря которой вы можете заработать. Плюс, смотрите, есть всякие BullX AirDrop, то есть BullX выдаст какой-то дроп своим пользователям. Смотрите, примерно у них 6500 людей в день торгуют. То есть, наверное, пользователи этой площадки, ну, я так предположу, там, 1050, меньше, больше. То есть, они могут сделать, условно, знаете... Кто проторгует хотя бы от 10 тысяч долларов, например, а это быстрые, да, торги такие набиваются, тот качественный пользователь. И, допустим, раздать качественным пользователям еще там по 200 долларов условно. То есть смотрите, что мы делаем. Мы совмещаем, это лучше Декса. Комиссии не такие большие, 2 центов там за покупку-продажу. Если вы хотите прям быстро, чтобы, ну, максимально быстро проходила сделка, то там доллар, 2, ну, это вы там разберетесь, да. Это лимитные ордера, это удобство, это множество еще функций, если нужно, о которых рассказать, говорите, я расскажу. Задавайте вопросы в комментариях. Пожалуйста, прожми лайк, это продвинет видео. Плюс перейди в мой телеграм-канал. Там я вообще всех своих мол говорю, например, что покупаю, почему покупаю, какие лимитки выставляю. Там уже 100 баксов сделал, 300, и у меня там задача до миллиона долларов дойти в прямом эфире. Плюс приходи по реферальной ссылочке на BullX. Это мне бонус придет, я думаю, тебе несложно. Спасибо большое, бро. Очень рад был с тобой сейчас провести эти 5 минут. Что еще тебе скажу? Щитки — это опасно. На них можно заработать. Например, просто развиваясь, там ты можешь подписаться на мою папочку каналов, интересно. В общем, все, не буду задерживать. Пока, спасибо.